Большинство школ Магадана прошли проверку готовности к новому учебному году. 1 сентября не состоится традиционное шествие первоклассников. Уроки организуют таким образом, чтобы максимально разобщить потоки детей. Будут разведены вход в здание, перемены, посещение столовых, усилен санитарный контроль. У нас активно идет комплектование первых классов в школах города Магадана. Определились и те, кто по месту жительства, и на свободные места, те, кто хотел бы в той или иной школе учиться не по месту жительства, а по интересам и каким-то приоритетам. Уже на сегодняшний день 1153 первоклассника приняты в образовательные организации города Магадана. Ожидается еще порядка 200-250. Сейчас активно работаем мы по операции «Школа». Нам нужно максимально вытащить детей из неблагополучных семей. Окончательный вердикт учреждения вынесут до 18 августа. В городе 20 школ, в них будет обучаться около 11 тысяч юных магаданцев.